Завершено возведение опор железнодорожной части Крымского моста. Проектом предусмотрено 595 опор, из которых 307 приходится на железнодорожную часть. Возведение идет по графику и должно завершиться в следующем году. Завершен, я считаю, такой один из главных этапов. Ну, все этапы, в общем-то, важны для нас, но главный этап мы закончили, мы установили все так называемые опоры. Их всего 595 на мосту. Это очень сложный процесс, он как технологический, так и тем, что там очень сложные условия, как ветра сильные, там сейсмика и так далее, так далее. То есть это все, конечно, требует от специалистов особых условий, чтобы они это все делали.